Вытаскивай их! У нас для тебя небольшой сюрприз. Кейн, я 4 года мечтал об этом дне. Я думал, вы все погибли. У меня руки чешутся тебя прямо сейчас и прирезать. Так чего ты ждешь? О, будь уверен, мы так и поступим. Ты предал нас, Кейн. Ты сбежал и оставил нас ни с чем. Черт, с два! Кейн, оправдания тебе не помогут. У нас твои жена и дочь. Что? Я не верю. Я хочу поговорить с ними. Заткнись, здесь я командую. Сам знаешь, тебе конец, но я хочу дать тебе шанс. Верни все, и я отпущу их. Карлос! Прости, Кейн, но правила одни для всех. Ты был мне как сын. У тебя 3 недели, не больше. Ты знаешь, что делать. Машина на месте. Там все, что тебе нужно. Я Линч. А телефон зачем? Буду докладываться каждое утро и вечер. Здорово. Охранника представь. Если новостей от меня не будет, они начнут с твоей жены. Делай все, как я скажу, и до этого не дойдет. Посмотрим, что есть в машине. Вроде бы все есть на первое время. Вот, держи, это наушник. Даже не думай его вынуть. Не так быстро. Это тоже тебе. И пистолет на случай, если патроны кончатся. Теперь иди за мной. Мне что, нянчиться с этим кретином? Слушай, ты так долго не проживешь. Мало самому стрелять. Будь ты хоть дважды снайпер. Надо, чтобы тебя не подстрелили. Ты мне нужен живой, по телефону звонить. Просто делай, как я. И старайся не высовываться из укрытия. Если тебя приспичило прицелиться, делай это быстро и сразу в укрытие. Хорошо, и не забывай. Возвращаемся к машине. Поверни и выдерни чеку. Потом крепко держи. Только ты ее отпустишь, через 4 секунды взрыв. Смотри. У нас есть осколочные и зажигательные из черепа. Но пока я их придержу. Можешь кидать их назад, только они горячие. Ну и какой план? Завтра я забираю груз и возвращаю его семерке. Вот так просто? Так ты правда знаешь, где он? Заткнись. А что именно ты украл? Я ничего не крал. Я думал, они погибли. Именно. Теперь иди вон к тем лесам. Зачем? Делай, как я сказал, ясно? Возьми веревку. Я покажу тебе, как спускаться. Я боюсь высоты.
Зачем это? Просто от желудка. Я всю жизнь их пью. Это... Ладно, бери веревку. Черт! А, черт! Откуда они взялись? Проклятье. Должно быть, услышали выстрелы. Спускаемся к выходу. Только этого и не хватало. Все еще хочешь по веревке? Конечно, нет. Пойдем по лестнице. Прикрой меня! Черт, я стараюсь! Ну и что делать будем? Я думал, ты уже соображаешь. Понял. Со мной! Уж